Всем привет! Быть может, вы обратили внимание, что за 3 выпуска автотоваров из Китая я ни разу не заикнулся о видеорегистраторах. Потому что, по моему мнению, это достаточно скользкая тема. В общем, все дело в том, что как видеоблогер я довольно требовательно отношусь к любой вещи, которая снимает видео. И будь это удобно, я бы вообще повесил на стекло зеркальную камеру, но есть определенные критерии, которыми, на мой взгляд, должна обладать камера для автомобиля, и под которые не подходит абсолютное большинство автомобильных видеорегистраторов. Критерии эти следующие. Первое. Он должен иметь компактный размер, нет, даже не так, очень компактный размер, но при этом у него должен быть дисплей, чтобы можно было поковыряться в настройках или посмотреть записанное видео. Второе. Качество картинки. Никакого растяжения даже обычного HD до размера небес и дешевой начинки, от которой все это безобразие еще и тормозит. Нет, только честное Full HD видео с нормальным битрейтом, частотой кадров и хорошей начинкой, от которой все это дело будет хорошо и быстро работать. Кроме этого, он должен обладать хорошим объективом, который не мылит изображение и обладает приемлемым углом обзора. Плюсом будет являться также GPS-модуль, быстросъемная площадка с зарядкой и чтобы по цене он стоил не как космолет. В общем-то, охренеть требования, можете подумать вы. И, конечно же, подходящий под такие требования регик найти довольно-таки сложно. Однако я его нашел. И называется он Mini 0805. На мой взгляд, это один из самых лучших, мощных, качественных и популярных регистраторов на AliExpress.